Привет, приветствуем на канале Lagoon Play. Доброго утра, доброго дня, доброго вечерка, вечерка, вечерко. Так, ну что, у нас... Я дошел до Долины Ветра. Сейчас мы по ветру полетим вверх. Да, потому что там, помните, я не мог добраться. Кажется, тут нужно было, чтобы все изменилось, и с помощью ветра мы поднялись. Так, тут было где-то птички, я помню. Сейчас что-то пока птичек не видно. Вот они, вот они, вот они. Как я и говорил. А. Так, так, так. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, да. Вот здесь я не знал, как ли, и что делать. А теперь понятно, что делать. Опа, тайничок. Хе-хей. Бывалый исследователь. Крутяк. Так. Сделаем сохранилку и, наверное, что-нибудь улучшим. Так, давайте вот здесь улучшим. Даже не знаю, что это такое, но пусть будет. Как бы по очереди улучшаем все. Так, нам осталось 6 штучек, и мы с вами все обновим полностью. Ой, я не знаю, сохранился. Оху. Ай, десантура. Ох, что случилось? А, это единичка у меня. Так, ладно, хорошо. А, кстати, у меня... Угу, да, мы все правильно делаем, мы все летим постепенно. Так, тут что у нас тут? Ничего нету. Ущелье скорби. Все. Теперь уже точно ущелье скорби. Ого. Ого. Это я так нарвался нехило. Мимо. Попал, попал. Так, дверь открыли. Ага. Так, ну что я хочу сказать. Там и влево есть проход, и вправо. Так, ну ладно, раз сюда открыли, давайте сюда пойдем. Птички камушком по голове. Спустим. Ой. А там смерть. Ну, я думал, там проход есть. Хорошо, ладно, нет прохода. А, ребят, так тут... Ветра-то нету! Ветра-то нету! И теперь понял, зачем тут птичка. Вот для этого. А в шарики можно, ребят, тоже летать. Во в чем дело. Ой. Да блин. Вонючая жаба. Ух. Ты пух ты. Так. А, карту надо. А у меня карт нету. О, классная музыка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Карты нет у меня. Видимо, карта слева где-то, возможно. Так. Здесь чего-то тоже ломается. Вот, а здесь вот как раз-таки ветер есть уже. Так. Хорошо, а вниз как-то я могу упасть? О, вот что я нашел. О-о-о-о! Это что? А, это колючки, господи. Блин. Так там ветра не было, что я натворил? О-о-о! Вот ей, на. Так, вы не можете, да, так, так. Ага. С врагом, с врагами. Почему враги тут где? Хорошо, ладно. Пойдемте сохранимся. Так. Ага, угу. Давайте просто вниз упадем. Отлично.
Фу-фу-фу-фу. Так, это я где? А, это я в том же месте, господи. Где я и был. Где я и был, ребята, да. Так, это я тут просто влево не пошел. Так, а теперь пойдем влево. Ой. Оп-оп, я просто... Опа, есть контакт. Так, вот я нашел один элемент, который открывает нам проход. Да. Так, еще один я вон там знаю. Уходим, уходим. Уходим красиво. Так, ушли. Так, теперь мы... нам надо направо, наверное, да? Вот сюда. Ай! Опаньки. Опа. О, блин, это что такое? А, она постоянно там. Она постоянно появляется. О, до меня доперло как. Сюда можно, а? Каким-то чудом доперло. Фу-фу-фу-фу. Так, у меня их теперь 3 стало. Вот она как секретка, да, видите, ребят, бывает, получается. То есть просто проход. То есть получается вот здесь, где тут какой-то, видимо, возможно, справа. Ну ладно, я думаю, что мы еще в Ори попытаемся на 100% пройти, все собрать. Так, хорошо. Здесь я понял, а теперь как мне налево полететь? Там закрыта дверь. И там, то есть мне надо направо и, наверное, вверх полететь, я думаю. Мое предположение такое. Вот сюда. Ага. Опа, ну я все равно бы узнал, что там эта штука есть. Ой, как так получилось? О, я прав. Так, я прав, что сюда. Но я не знаю, как тут пролететь. Нет, так я не смогу сделать. Так. Сохраняемся. О, господи. Валим. Ага, это хорошо. Так, нам не сюда. Опа. Так, там закрыто, и тут-то ведь закрыто, ребят. Самое-то обидное, что и здесь закрыто. Вот как мне тут быть? А, я понял. Вот эту штуку туда. Есть, я понял. Шикарно. Хорошо, я выстрелил, да? Неплохо получилось. Бум-барабум. Ха-ха. Так, и тут я тоже научился классно делать. Вау. Вот я и зашел туда, куда надо. Все, отлично. Разобрались. К концу игры, в общем, постепенно начинаешь соображать, куда и что надо делать. О, хорошо. Так, а вот здесь, ребятушки, уже ветра нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! О, ветра нет. Да, есть вот такая штука. Конечно, ты сейчас меня хочешь убить. Ой. Так. Ага, ну вот видите, все ломается. Потом, видимо, я как-то еще сверх туда пойду, схожу. Эх, все. Отработано, жаба. Идем дальше. Пью!
Бум. Бум. Есть контакт. Ага. Так, смотрите, тут наверх можно залезть. Да, там скрытая однозначно комната. Блин, я эти штуки только все потратил. Ладно, сейчас попробуем. Ай, как чувствовал скрытую комнату. Начинаю потихоньку чувствовать все. Фух. В игре. Класс. Класс, 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 класс. Нет, тут по-любому никак. Тут не по-любому никак. Так, сейчас помощник мне сказал, что там был какой-то рычаг. Я его не увидел. Точняк. Ха-ха, блин. Спасибо, помощник, а то пришлось бы мне возвращаться. Опа, отлично. Так. Невнимательно я смотрел тут. Ага, хорошо. Блин, жалко, сохранения мало, ну ладно. Что делать? Опа, вот это, по-моему, тоже можно сделать, да? Бум, барабум, ух ты. Просто шикарно. Так, чуть-чуть задело, но ничего страшного. Нам это не особо помеха. Опаньки, very good. Сосуд умений. Шикарно. Так, 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 так. Ага, ага. Ну, думаю, туда еще вернемся. О, это очень хорошо. Так будет быстрее. И опаснее для вот этих тварей. Так, вверх тут нету. Опа, и тут дальше тоже, что ли, такая штука. Опять открывать куда-то ворота. Ух ты, точняк. Смотрите, ущелье скорби. Приличная локация. Опаньки. А тут что такое? Опаньки. Опаньки, опаньки. Духовная связь. Ага, ага. Так, ну ладно. Так, так, ребят, я тут пока не смогу пройти, потому что здесь что-то постоянное, это лава. Видимо, как-то я потом вернусь. Так. Тут, знаете, у меня помощники опять сказали, что я капустку пропустил. Капустку, капустку. Я капустку-то эту пока не могу взять, она, видимо, вон туда, там проходе, справа, где этот... Где как раз таки этот, как его зовут? Оп-о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 п, полетели. Ой, это что такое? Крутяк. Ой, о, он мне нужен там, он мне нужен, да. Так, ладно. А как его толкать-то? Ага, хорошо. Вот что я нашел еще, ребята. Секретное место. Так, а зачем шарик? Зачем шарик, ребят? Блин, но он ведь не нужен. А, его крутить можно. Смотрите, на X крутишь его. Блин, ну ладно, пока не до конца понимаю, но возможно он мне нужен, да. Так, а там вверх, интересно, есть что-то или нет? Так, ну-ка сейчас отойдем. Так, вроде пока... Показывал, что нет. О, блин, я спустился сюда. Ага. Вот он мне зачем этот шарик нужен. Мне этот шарик нужен, чтобы я эту лаву погасил. Я так и знал. Что не просто так он там был у меня, этот шарик. Ага,
Да, ребятушки. Потихоньку, потихоньку, полегоньку. Так, мы вернулись. Так, теперь надо понять, как этот шарик затолкать туда. Где? Чтобы ударить по ним. Лучше говоря, вот так вот, оказывается, надо было делать. Гол. Гол, 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 гол. Он явно сопротивляется, ребят. Ой. Я его туда уронил, то хуй. Да, сюда. Я забыл совершенно, что так вот можно делать. Опять у меня из головы все повылетало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сопротивляйся! Давай, давай, сопротивляйся, братан. Ты мой спаситель. Ты мой спаситель. Ой. Ага. Ага. Как это произошло? Ладно, теперь уже что разбираться. Получается, нам еще камушки-то еще пригодятся, да? Но этот-то вряд ли вот нижний. А вот этот вот. Так, хорошо. Ё-моё! Он потому что высоко вряд ли подлетит. Хотя... Да, его надо вот в эту дырку 100% сперва. О! Есть контакт. И что это мы сделали? Да, бесполезные удары. Так, 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 так. А этот нам как тогда? Да, опять намудрили тут товарищи создатели, красавчики, конечно. По-другому ничего не скажешь. Давай, 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 давай. Ну, я вижу, что тут поток, я это вижу. Что, видимо, в поток надо его забубенить. Ну тут его подними, еще попробую. Он вообще капец. Он тяжелый и. Видите, я тут вроде и футболиста профессиональный, но. О, есть, вот так вот. Блин! Так, толкаем. Никак не хотят эти валуны слушаться меня. Куда, куда, куда? Во, 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 во. Спецназ. Сейчас тебя зажарят. Сейчас зажарят тебя. Не стал меня слушать, ну как хотел. Опа. Это я знаю, что такое. Бум. 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 Ага, сохраниться нельзя. Так, этот штырек помог мне. Помог мне. Ага, ага, теперь туда, вот туда, вот туда. Да, теперь туда, куда я изначально его хотел забубенить. Баскетбол, ребята. Учитесь. Так. Все шикарно. Тут ломается. У-у-у-у. Ломается. Так. Ну все верно. Это нам
сломали на выход. Ой, а что так быстро? Ой. Погоди, так а мы еще вот там налево не сходили. Куда-то нас так аж прям полетели мы быстро-быстро. Ой. Так. Обалденюшки. Опять какие-то там придумали создатели. Так. Ну, я сейчас понял, что здесь закрыто. Of course. Ну что, пойдем налево, раз мы тут уже как бы более-менее. Да что такое, это непруха какая, а? Ой! А там-то что, там тоже что ли шипы? Ужас. О! Вот я ништячок сделал. Нет, надо взять. Да взлетай ты, блин! Ты чё? Еще бы. Чё захотел, да? Блин. Будь. Ай, шоколака. Нет, не кушай меня. Так. На первом же я помер. Молча. Может, и надо было сохраняться, да? Так, еще раз сходил, я взял проценты. Убил жабку. Вот так вот, чтобы... Пошли. Отлично. Так, что у нас тут? Ага. Ух ты, наверху какой-то секретка. Это на каком верху-то? А может и внизу? Ну ладно. Сейчас уже что узнаешь. Так, отлично. Ой. Ой, я что-то тут возьму сейчас. Новую способность. Этот дух тоже стал жертвой Нибеля. Нир летела по воздуху, парила в небе. Ее мир
Не знал границ, пока лес не ослеп. Возьмем. Это последний наш супер прием. Вы освоили способность мощный прыжок. Удерживайте, чтобы способность пока способность зарядится, а затем нажмите Б, чтобы прыгнуть особо высоко. Так, ладно, и где это нам поможет? Круто. Да, да, это круто, согласен. А, теперь я буду ломать эти. Как их зовут? Ой. Я могу ломать теперь стенки. Вот что я теперь могу делать по-любому. Только как мне вот здесь? Так. А, влево тоже можно, да? Ой! Ну, теперь-то я знаю, куда мне идти и ломать как стенки. Все понятно. Благодарствую. Ой. Привет за встречу, привет за встречу, за встречу, за встречу. Есть. Фу. Так, ну там вверх, не знаю, может, что и было, конечно. Ага. О, есть. Фу. Фу-фу-фу. Так, а тут что как? Так. Не-не, ну мы давайте, наверное, вот так попробуем. То я не знаю, я не вижу тут ничего. Ага. О! Ха-ха, шикарно. Шикарно, шикарно. Сохраняемся. Фу. Отлично, отлично. Мы практически уже на месте. Ё-моё. Спасибо. О. Ай! Спецназ. Да ты что делаешь-то? О. Фух. Отлично, всяк. Так, ну теперь мы знаем, как ломать стенки. Это самое крутое, что можно было придумать. Так, сохраняемся и... Зачем-то нажал скриншот, хотя я сюда хотел. Так, здесь еще, видимо, спуск какой-то есть. А, это вниз, вниз. Так, а потом как я наверх, блин, подымусь? Так, что делать-то? Душа понеслась в рай, как говорится. А, все понятно, по ветру пойду. Я сломал ветер. Ай! Ей-е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 й. Ну ломай! Так, стопы, 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 давай сохранимся. А то опять сейчас там что-нибудь случится с нами. Где? Где лазер? Ага. А, его тут всего две штуки. Так, сохраняемся снова. И походу нам сюда. Так. Вверх, 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 вверх. Ууу, все, все, катсцена. Катсцена 100%, да. Обалдеть, ребята. Вы видите? Там вулканище красивый. Сейчас я сделаю скриншотик красивый. Ооо, отлично. Так. Фейерверк, как говорится, подкинул. Так. Ого, я все прошел. Только, знаете, вот такое интересное ощущение у меня, что... не, ну я понимаю, что где что я не взял.
Так, вот тут что, я умру, нет? Мы сохранились? А я что, наверху не сохранился, что ли? А, ну тут ладно, тут это как бы, в принципе... Подождите. Так, стопы. А, ну все понятно, да. Я же слева-то пришел. Так, все, ущелье скорби мы прошли. Это уже однозначно. Тут и смысла нет сохраняться. Потому что мы уже идем... Ого, кристалл берем. Неудивительно, что Кура избегает это место. Солнечный камень все еще излучает свет, которого она боится. Так, нам нужен солнечный камень. И сейчас мы его, походу, возьмем. Обалденюшки. Итак. Только не говорите, что мне его опять таскать надо. Вы нашли солнечный камень. Эта легендарная руна открывает вход в гору Хору. А, на гору Хору. Ого. Так мы еще гору Хору-то проходить будем. Так, катсцена еще какая-то интересная. Видимо, сейчас что-то расскажут нам. А, это вот наш друг. А вот Гумон пришел. Принес. Типа, смотри, что я нашел. Братан, не печалься. Вот, смотри. А, он его оживляет. Да, он оживил его. Точняк. Или разбудил. Да ты мой сладкий. Их путешествие вдохновило даже того, кто сомневался. Молодчинка ты мой сладкий. Молодчинка. Вон, типа, не смотри, они там. Гума нашел место, которое мог назвать своим. Шикарная игра. 10 из 10 однозначно. Солнечным камнем мы теперь можем пройти через врата горы Хору. Но чувствуешь дрожь и рокот в утробе земли? Гора Хору вот-вот извергнет огонь. Нельзя терять ни минуты. Так, понятно. Это мы возвращаемся туда, да. Ну, верхние трясины, да, совершенно верно. Ну, я так и знал, что туда что-то надо будет сходить сделать. Так что все понятно. И согласен, что туда мы и должны вернуться. Все, я понял. Новое задание найдите и восстановите гору Хору. Все ж, ребятки, вот так вот закончим. Сегодня красиво так получилось у нас. В принципе, поиграли. Маленько в определенных моментах запутались, но все-таки, думаю, справились. Спасибо, что смотрите. Оставляйте свои комментарии, лайки. И увидимся в новом эпизоде прохождения игры. Пока!